Земною всі співаєте, закінчиться війна, там загубив себе, там загубив себе, побачив я, побачив аж до дна, обійми, складає зброю вниз. Невже все-таки вона так прагне, так прагне теплих сіл, і обійми, обійми мене, обійми мене, обійми, так лайно, і не пускай, обійми мене, обійми. Едем в автобусе, едем погулять по центру, зайти в магазины, поменять деньги. Сегодня выбрались, наконец-то, мы из дома. Идем, сейчас пройдемся. Очень холодно. 0 градусов. Сегодня ночью было минус 5. А мы в легкой одежде, ничего другого нет. Алису укутала в плед. Я укутала, говорю, тебя. Алиса, ты ножками? Здесь все города, все столицы. Киев нашла? Нет, я пытаюсь. Хороший город Варна, но мы хотим домой. Ну вот, выход на набережную, мы сейчас туда и идем. Пойдем посмотрим на море, да? Нет, там море, дальше. Я никогда не думала, что наши дети станут беженцами в чужой стране. Пойдем? Убегает вперед, люди уже к ней подходят, спрашивают, где твоя мама? На данный момент нам дали бесплатное жилье. Нам очень помогает Красный Крест продуктами питания, одеждой. Ну, всем, в общем, покажу вам в следующем видео более подробно. Мы обычно летом здесь гуляли. В такое время, конечно, холодно, я в Варну еще не приезжала никогда. Мама, смотри, как я Алису сфоткала. Куда ты тащишь? Куда ты тащишь, а? Вышли на пляж в Варну. Здесь ветра нет, хорошо так. Пустынно. А летом представляете, какое количество людей здесь? Я здесь последний раз именно на этом пляже была пару лет назад. Еще до тайного лагеря спортивного, до Камчи. Идем, будем собираться, пойдем еще прогуляемся и будем уже ехать на автобусе куда? Домой к нам. Домой будем ехать? Котику? Да. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о том, что война закончилась. В Украине мир, и мы вернемся. Она сейчас тебя выгонит. Я не могу ее забрать, потому что спряталась под столом. Уходить не хочет и сидит там. Ну что это такое, доча, идем. Чайки. У нас голуби на площадях. Смотри, как красиво, он у меня полетел на фото. Ага. Идем. А здесь чайки везде летают. Зашли в книжный магазин, потому что с понедельника у нас уже начинается учеба онлайн. И нужна ручка и тетради, потому что у нас вообще ничего нет. Ни учебников, ничего здесь у нас нет. У нас Алиса нервничает, потому что Боря взял ложечку. Ты же добренькая и взрослая, правильно? Не забирай ложечку у Бори. Не забирай. Вот, ну, Алис, ну, пожалуйста. Не надо забирать, он же маленький мальчик. Боря нервничает, скажи, когда ты... Боря же будет плакать, если ты заберешь.
Давай пожалеем Борю. Не будем жалеть? Все, обиделась. У нас тут веселье. Полным ходом, да? Боже. Веселуха. Утро началось с того, что что-то готовят. Я Алисе сделала рецепт, я туда добавила шоколадное какао, молочный шоколад, сложила это вместе, сейчас сгущенку обмакну и заморозим 10 минут, получится какое-то вкусное штуку. Не переводи только продукты, хорошо? Вы точно это будете есть? Это я ей делала, она захотела. Но ты считаешь, что она это будет кушать? Не считаю, что... Сейчас, надо обмакнуть. Мои! Ты будешь это кушать, что Тая тебе делает? Ну ладно. Меня. Так, давай тарелочку. Так, теперь другую сторону, другую обмакнуть. Холодина, март холодный, а вот уже подснежники расцвели, представляете? Только что Ася прислала, как они живут в Берлине сейчас. На данный момент мы живем в 4-местном номере, однокомнатном. Тут одна двухместная кровать и 2 одноместных, и вот такой балкон. Один подснежник мы сорвали. Больше не будем, пусть цветут, да? Сделали попкорн. Сидят, поедают. Алиса, скорость. Ты быстро, да, зубами работаешь? Вот так, осталось вот так. Уже ничего не осталось. Ты кушаешь? Кто проснулся у нас, а? Тая, в школу пора. В школу зум начинается. Быстренько включай. Алиса проснулась, да? Иди сюда. Вот такие звуки животных. Алиса все повторяет за животными. Учебный процесс во время войны. А вот здесь Тая учится в зуме. Тетрадка, ручка развалилась и лежит. Урок идет? Интернет сверли. А интернет от университета который? Не будет. Попробуй, потому что я вчера его подключила. А я нет. А поделись своим айфон Юлия. Нет, айфон Юлия это только для моей работы. У нас тут на территории отеля батут. Пока Алиса спит, вот старшие тут с ума сходят. Говорю, не орите, а они орут и орут. Орут и орут. А летом здесь бассейн, шезлонги и детская площадка. Привет! Ты поспала? Ты видела батут? Показать тебе, где батут? Пошли искать. Вон там Тая на батуте прыгает. Снять тебе кроссовочки? Мы выспались, у нас все хорошо. Скажи, скажи, спросонья, не могу еще понять, где я, да, дочь? Не надо, пусть прыгает в кроссовках, потому что холодно. Да не надо, Тая. Что ж такое? Ты еще не понимаешь, где ты? Вам главное, чтобы она не залезла на те горки, потому что горки прямо в воду. Так не показывай ей. Класс! Алиса встала. Вот такое у нас развлечение во дворе. Другого нет. Нормально. Это единственный магазин в нашем районе, самый ближайший, ближе ничего нет. Мы здесь покупаем продукты, стараемся экономить, потому что питаемся, конечно, мы уже за свой счет, и все дорого. Мы готовим супчики, варим борщи, кашки. У нас вход в дом вот такой. Ля-ля-ля, Алиса говорит. Норка. Накупили в магазине, скажи, всякой вредной гадости, да? Покажи. Что мы купили? Попкорн. Это. И вот это.
Я вам сейчас покажу уборку нашего номера. Попкорн. У нас попкорн, он повсюду. Муни! Муни? Ты уже красная от Муни, хватит. Кто это сделал, скажи? Вот кто? Кто? Боря? Это Боря сделал? Или Алиса? Боря? Алиса не мусорила, нет? Эти дети ночью, это кошмар. Сколько сахара? Делают себе какао. Накидали сахара, короче, кучу ложек в стаканы. Что это? Диабета не будет. Да что ты говоришь? Ну нельзя так, ты что, это же сладкое очень. Блин, у меня прическа не очень.